Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии. Россияне не получат ее до конца 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Накопительная часть пенсии, напомним, заморожена с 2014 года. 6% общей части страховых взносов, зарплаты, которые предназначались для пенсии будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются нынешним пенсионерам в целях сокращения объема дефицита пенсионного фонда. Этим же документом предусматривается приостановка государственной службы для сотрудников госструктур, которых призвали на военную службу по мобилизации.